Мне пришла посылочка с сайта iCigarette.ru. Я заказывал основу, точнее не основу, а ингредиенты для замешивания жижи для электронных сигарет. Давайте распакуем. Она, естественно, уже распакованная. Я уже посмотрел, что мне пришло. Так. Здесь мы имеем жидкость пропиленгликоль и основную жидкость, как они, обе основные, глицерин. Также я еще заказал ароматизатор ананас 6 мл, хотя думал, что 10. И вот мне прислали скидочные карты по 10%. Ну, это вам не интересно, это, видимо, чек. Так, ладно, это мы распаковали. Самое главное, в этом видео мы сделаем 50 мл основы. Если кому видно, это у нас бутылек амброгексала 50 мл. Так, отложим это все чуть-чуть подальше и достанем мои остатки, что у меня осталось. Здесь как раз должно хватить. Так. Что же нам понадобится для этого всего? Так, извиняюсь, дистиллированная вода, пищевой пропиленгликоль, пищевой глицерин, бутылек, который мы будем замешивать все это, куда мы будем все это замешивать. А вот это основная, это никотин, сотка. Баночка. Баночка нужна обязательно. Так, и шприцы. Это, не знаю, самые большие шприцы, что я видел. Точнее, что я нашел в аптеках. По 20 миллиграмм, миллилитров. И вот маленький бутылечек. Это шприц для никотина. Так, еще нам понадобится конкулятор. Конкулятор... замеса основы. Ссылки я буду все оставлять в описании, так что смотрите там, все ссылки будут. Так, крепкость базовой жидкости мы вставляем 100. Так, так как у нас никотин, сотка. Так, желаемая крепость. Я сделаю 2 миллилитра на 100 миллилитров. Ой, 2... миллиграмм на 100 миллилитров, вот так. Так, процент пропиленгликоля. Так, я ставлю 52. Процент пищевого глицерина ставлю 40. Остальное мы зальем дистиллированной воды. Ну, так это классическая, как его, классический вид основы. Так, да что у нас получается? Так, 8, да? 8%. Так, ароматизаторов нам не нужно, мы делаем просто основу. Так, объем жидкости желаем 50 миллилитров. Хорошо. Количество капель. Количество капель в основном на всех пипетках капельниц, вот таких пузырей, это 33 таких пузырьков, это 33 капли, 1 миллилитр. И рассчитываем это все. Мы получаем
количество миллилитров базовой жидкости, то бишь никотина. Давайте мы сразу это все добавим. Добавляем никотин. Мы получаем один кубик и один миллилитр. Вот так вот. Все, никотин можно закрывать, он нам больше не понадобится. Так, теперь берем вот пищевой глицерин. Пищевого глицерина нам понадобится на эту баночку 19 миллилитров. 19,6. Видите, какой он густой. Очень густой. Так, хорошо. Берем вот этот шприц и начинаем его набирать. Набирается очень туго. Так, ну почти 20, да. 19. 6. И заливаем его в нашу баночку. Так, сразу, чтобы помыть шприц от глицерина, чтобы он не был такой вязкий, мы добавим водички. Водички нам надо всего 4 миллилитра. Угу. 4 миллилитра мы вымерили и добавляем в нашу баночку. Все, добавили, молодцы. Некоторые делают без дистиллированной воды, но я еще не пробовал, я еще такой начинающий вейпер. Таточки мы сольем. Так, это что такое? Какая-то гадость непонятная. Какой-то, блин, этот. Так. Ждите 2 секундочки. Честно говоря, не знаю, что это было. Но, видимо, какой-то этот осадок, не осадок. Так, теперь добавляем пропиленгликоля. Пропиленгликоля у нас побольше. Он не такой вязкий, как глицерин. Так. Берем, в принципе, тот же шприц. Без разницы. Тут, конечно, берет разные шприцы. Мне, честно говоря, без разницы. И добавляем его здесь у нас 25,5 миллилитров. Основа у нас готова. Теперь мы берем его, закрываем. Да, не забудьте салфеточек взять. Я что-то не подумал. Надо взять салфеточек или туалетной бумаги, чтобы руки вытереть. Теперь вот эту вот смесь нашу нужно хорошо взболтать и поставить на сутки или даже на двое в темное холодное место, чтобы она смешалось получше, и потом можно уже заливать в баночки, добавлять ароматизатор. По поводу ароматизаторов мы сейчас поговорим. Так, ладно, пускай стоит, настаивается. Так, есть у него готовая основа, уже давно уже стоит, тем более у меня кончился мой вкусный ананас. Мы сейчас мне и нальем
Основки. О, в основке это. Сделаем себе замесик. Так, все откладываем. Потом все помоем. Вытру стол. Так. Теперь. Этот бутылечек у меня очень давно уже. Я уже, наверное, заливаю в него пятый раз. Конечно, кто-то скажет, там, помыл бы сначала, там, вот это вот все. Да, пофиг. Я не брезгливый. Так, здесь у меня такая же 2 миллиграмма основка. То есть она уже готова, уже постояла. Уже все хорошо. А, да, кстати, ароматизатор. Вот, давайте ароматизатор начнем. Это у нас ананасик. Я не знаю, сколько добавлять вот именно этого ананаса. До этого у меня были все ароматизаторы с этого Сигарона, по-моему, да. Ну, не знаю, пахнет. Обычно я добавлял 10 капель на 10 миллилитров. Ну, так давайте и сделаем. Не будем. Вот 30 капель. Конечно, надо, короче, взять шприц, вымерить, сколько там основ лить. Вот так как я знаю, в принципе, что это 30 миллилитров, и где это 30 миллилитров, я просто налью. Вот так нужно добавить сюда, получается, уже 29 миллилитров нашей основы. Все, мы залили. Бутылочка жижи у нас практически готова. Но, как и со замесом нашим, с нашей основой, ей тоже лучше постоять этот денек, чтобы ароматизатор лучше разошелся. Тоже потрясем. Вот. Грубо говоря, получаем уже 30 миллилитров жидкости, которые сейчас стоят. Если не ошибаюсь, друган мне у меня заказывает жидкость. Не заказывает, покупает бутылечки его всякие, которым я ему делаю жидкость, и он покупает в магазинах. То есть, вот если не ошибаюсь, вот такой бутылек стоит порядка 250 рублей, тут 15 миллилитров, 6 миллиграмм никотина. Ну, не знаю, блин, мне в принципе хватает. Кому-то кажется, что это, естественно, вкуснее, но мне хватает тоненький, легкий такой привкус ананасика, либо, там, не знаю, что у меня там есть. У меня коробочка с этими, с ароматизаторами. Здесь у нас йогурт какой-то. Здесь у нас виноградик. Не нравится мне ни виноград, ни йогурт. Хотя йогурт еще куда ни шло, там такой более клубничный вкус. Вишенка. Вишенка тоже пользуюсь периодически. Абрикос. Абрикос так себе, тоже мне не нравится. Но это все на вкус. На вкус и цвет, как говорится. Все фломастеры разные. Яблочко тоже неплохой кисленький вкусик. Клюковка. Клюковка довольно-таки ядерная штука. С ней лучше что-нибудь мешать. Вот тоже бутылек запакованный. Это мне пришло с Сигарона, когда я покупал эту основу. Вот. Клубничка. Клубничка тоже довольно-таки хорошая. Пользуюсь. И самое противное, это, по-моему, вот эту капучино. Такая гадость. Приходится ватку менять практически сразу. Залил, разделал себе. Ух, пожалел. На этом, в принципе, все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет выходить и там мотки, замотки там на сигарету. Вот у меня... Мой айстик, больше у меня ничего нет, потому что у меня нет денег на это все.
Сейчас партнерки, если получу хотя бы какие-то деньги, куплю себе не кайфун, как у меня стоит вверху, а возьму себе саптанк. Вот там хоть это хороший этот затяжка хорошая, не сигаретная, тут достал мне сигаретная затяжка. Так что подписывайтесь на канал, делитесь видео. Можете заходить в группу ВКонтакте, хотя там народу нифига нету, блин. И мне что-то как-то не очень хочется развивать группу тоже, блин. Я ленивая скотина, скажу сразу. Но вот такие видосики буду выпускать иногда. Так что всем пока.